Глыбы льда постепенно превращаются в прекрасные композиции. В Перми проходит 7-й ежегодный фестиваль ледяных скульптур «Зимний вернисаж». В мероприятии участвуют 30 художников из 14 городов России и Беларуси. Фигуры они создают в центре города. В каждой команде по 2 участника, и у каждой есть 5 дней на выполнение задания. Скульптуры должны быть не менее 3 метров в высоту. Каждый год уже ждешь, когда лед будет, да? И летом как-то неинтересно, а зимой уже там материал очень хороший ждет нас, и какие-то вот композиции, ну, творить. Некоторые участники уже были здесь в прошлые годы, некоторые приехали впервые. Однако все они когда-то становились победителями других конкурсов ледовых скульптур. Это главное условие для участия в мероприятии. Судьи оценивают выразительность, оригинальность идеи и, конечно, технические навыки. Всегда поражает какой-то такой нестандартный подход, подкупает очень, оригинальный подход, какое-то философское прочтение темы. То есть вот какие-то такие, вот, мне кажется, чем необычней, чем нестандартней, тем, наверное, больше это западает как-то и в душу. Тема этого года – ускользающая красота. Она дает художникам большой простор для творчества. Если развить эту тему, можно в рамках этой работы поговорить о красоте в обыденных вещах. В самых простых вещах, которые нас окружают каждый день, там, где трудно разглядеть красоту, а она все равно есть. Лед, как цветы, недолго длится его земная красота, но людям будет ночью сниться воды, бриллиантов, чистота. Вот так вот. Что лед не вечен и цветы не вечны, все это мы объединили. Потому что ускользающая красота тема, ну, в общем, под эту тему примерно. Скульптуры будут радовать жителей города до 15 февраля.